Всем привет! Сегодня решили открыть сезон. Уже поднимаемся в подъемнике наверх. Едем на Триеске. Это большие гондолы, которые стартуют с Альпики сервис. Поднимают нас на Газпромовский курорт. Снега довольно-таки достаточно. Я думал, что будет гораздо меньше. Мы даже сейчас внизу... поглядим еще, Алексей. Да. Мы еще не видели. Даже внизу куча снега лежит в самом поселке. Температура вообще комфортная. Внизу около нуля. Наверху, наверное, так же будет, потому что светит солнце. Погода чудесная. Вот, смотрите, какая погода, очень солнечно, красиво. Даже мы сегодня снимем, какая там красота будет. Вот уже на какую высоту мы поднялись. Продолжаем одеваться. Это очень лыжные ботинки, очень неудобные, поэтому Есенька, самая маленькая, одевает сначала сапожки, а потом мы уже перебываем ей лыжные ботинки. Значит, Лёша и малыши катаются на лыжах, а я на сноуборде. Вот такие дела сегодня здесь, наверху. Чума просто. Наверху есть бугельный подъемник. Есть лягушатник для малышей. Ну, есть несколько кресельных подъемников. А детям лыжи не нужны, им просто снега подавай. Удивительно, но я ожидал, что здесь сейчас будет прям, ну, очень много людей, будут огромные очереди. Но мы на самом деле приехали на такие простенькие трассы, где нельзя выбраться на бездорожье, поэтому здесь мало людей, спокойно, свободно можно поучить детей и самим покататься. Очень комфортное катание, трассы отличные. Не холодно, не жарко. Просто супер. Мы поднимаемся на бугеле. Это такой подъемник с такими кружочками, которого под попу подкладываешь. И он тебя тащит. Так на лыжах. Мы едем, а нас тянет веревка. Сидим по очереди, караулим Сеньку. Она уже накаталась. Леша сегодня с ней катался, устал, хотел взять ей инструктора. А инструктор, короче, каких-то вообще нереальных денег стоит. 3700 за час. В общем, мы решили без инструктора. Поэтому по очереди отдыхаем. Вот такой сказочный день сегодня. Катаемся вместе. Приехали. Вот такая вот очередь. Но это прям минутная очередь. Можно сказать, ее нету.